Школа села Долинная Теректинского района нуждается в капитальном ремонте. Постройка 67-го года уже не отвечает современным требованиям. Во время дождя протекает крыша. В холодную погоду дети занимаются в верхней одежде. Аким области Али Искалиев и секретарь областного маслихата Малик Кульшар осмотрели этот и другие объекты во время рабочей поездки в Теректинский район. Этой школе исполнилось 53 года. В течение полувека здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Деревянные рамы и полы свое давно отслужили. Прохудилась крыша. Сегодня и учителя, и ученики находятся в помещении в верхней одежде. Это единственный способ согреться в школе в зимний период. Сама школа до сих пор отапливается углем, так как в Долинном нет газа. Ежегодно закупается порядка 400 тонн угля. Однако это не помогает достичь нормальной температуры в школе. Термометр в здании показывает всего 8 градусов тепла. Конечно, бы хотелось бы, чтобы предусмотреть денежные средства, потому что, во-первых, это здание топится углем до сегодняшнего дня, поселок не газифицирован, соцобъекты еще до нас, еще этот газ не дошел. На сегодняшний день 7 объектов образования отапливаемы углем. Перспектива села есть. Если решится проблема газификации села, конечно же, газификация соцобъекта будет, но до этого времени нам надо полностью обновить школу, систему отопления, особенно кровлю. В настоящее время в школе обучается 126 детей. При школе также работает и детский сад, в котором дети также в верхней одежде. На данный момент разработана проектно-сметная документация на реконструкцию ветхого здания. Проект прошел государственную экспертизу. По выделению необходимых средств из бюджета проблема будет решена. Аким области встретился с учителями и ветеранами в здании школы и выслушал их мнение. Людей беспокоит отсутствие газа в селе. В селе, расположенном недалеко от районного центра, до сих пор дровами и кизяком топят печи. Обеспечение газом села местные жители назвали самым важным вопросом. 7 лет нам уже обещают каждый год газ. И до сих пор нет. Вот у нас газ вокруг нас, кругом. Пожалуйста, вы ответьте нам, будет у нас газ или нет. В этом году в плане нет, давайте на следующий год поставим. Давайте сейчас мы вернемся с нашими депутатами. Еще раз в марте у нас маслихат будет. Посмотрим. Во время поездки по району Гали Искалиев ознакомился также с работой коворкинг-центра «Казана» в селе Федоровка. Обновленная библиотека теперь стала универсальным центром для детей и молодежи. Помимо чтения, дети занимаются здесь изучением английского языка, робототехникой, игре в шахматы, а также осваивают национальные ремесла. Чтобы вызвать интерес у подростков, библиотечный фонд имеет и электронную версию книг. С помощью QR-кода местные жители могут закачать нужную книгу на свой смартфон. Коворкинг-центр оснащен компьютерами и имеет качественное интернет-соединение. Подключились к бесплатному интернету. В читальном зале постоянно дети. Кто-то готовит домашнее задание, ищет дополнительные материалы. Также есть конференц-зал. Там проводятся различные встречи, бизнес-переговоры, круглые столы. Мы очень рады, что библиотека стала таким популярным местом. Глава региона Гали Искалиев высоко оценил условия в коворкинг-центре и работу библиотеки. Единственное в области здание для типовой библиотеки именно здесь. В Казахстане единственное такое здание, и оно в этом районе. Далее аким области встретился с ветеранами. Во время встречи они предложили свое видение по улучшению благосостояния села. Екатерина Шмидт, Рустем Ищанов, Алтынбек Кабделов, телеканал Ак-Жайык.